Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас мы находимся с вами на сайте Google, поисковик Google. И я сделал следующее, просто набрал в поисковой строке словосочетание «психологические тесты». Значит, набрал, нажал Enter. И первое, что я получил, это, понятно, рекламные различного рода ссылки, на которые не стоит обращать внимание. И хочу обратить ваше внимание на первые две, буквально первые ссылки, которые я получил в своем поиске, набрав словосочетание «психологические тесты». Вот первое, подсвеченное таким вот цветом, немножко измененным, не синим. И, соответственно, вторая ссылочка. Я взял на себя смелость и открыл, что же нам предлагает интернет по запросу «психологические тесты». Вот первая ссылка «психологические тесты», а вот вторая ссылка «тесты». Давайте посмотрим, что мы здесь с вами видим. В самый верх страницы я перемещусь. Значит, и читаем. Личность. Верны ли вы себе? Верите ли вы в свою внутреннюю силу? Какой у вас тип харизмы? Что вас возбуждает по-настоящему? Это вообще супер. Семейные ссоры. Готовы ли вы все забыть? Жизнь с детьми. Где границы вашего терпения? Как выглядит ваш внутренний ребенок? Как вы воспринимаете свою беременность? Знакомо ли вам чувство вины? Какую роль вы играете в семье? Это вот первая ссылка, которую я открыл. Вот она. Психологические тесты. По запросу психологические тесты. И вторая ссылочка. Мы здесь с вами видим некая экспертная система. Определение характера по почерку, цветовой тест Люшера, у меня было много видео по поводу этого псевдотеста, эмоциональный интеллект, вообще непонятное для меня словосочетание, группа крови и характер, не грозит ли вам депрессия, тест на логику, знаете ли вы творчество Экслера, степень эмоционального возбуждения, это вообще сказка просто, а не тесты, насколько ставят развит ваш иммунитет, как определить результативность диет, правильно ли вы живете, закаленная ли у вас нервная система, хорошая ли у вас память, какое у вас здоровье, в норме ли у вас сахар в организме даже, сахар по тесту мы сейчас определим быстро, хорошо ли вы владеете знанием этикета, интересные тесты, тест про характер по пальцам, новый тест. Исследование процесса пресыщения и так далее. Тут какая-то реклама. Типы психологических тестов. Интересные тесты. Тест на нестандартность мышления номер 3. Тест на нестандартность мышления номер 2. Тут вообще супер дифференциация. Смотрите, идет. Тесты для мужчин. Установка на военную службу. Кто такая женщина? Удачный ли у вас брак? Что вы знаете о женщинах? Потенциал лидера? Какого пола ваше мышление? Каковы свойства вашего ума? Знаете ли вы женщин? Тут для девушек и девочек предлагается ваши взаимоотношения с любимым человеком. Дружите ли вы со своим ребенком? Мой мужчина – самый лучший друг. Каким типом женщины вы являетесь? Я не устану. Ух ты! Освойте искусство фэн-шуй. Подходит ли вам место работы? Я не устану читать эти тесты. Я их называю как-то одним словом, какой вы любовник. Да? И тут их очень много. Психологические тесты про личность. Борешься ли ты со своей ленью? Вы обидчивы? Что будет завтра? Прекрасно. И вот тут их много-много-много. Обратите внимание. Умеете ли вы быть счастливым? Кто хочет, может поставить на паузу и понаслаждаться вот этими тестами. Капитан, рулевой, пассажир. Готовы ли вы полюбить себя? Какие у вас комплексы? В общем, господа, надо понимать, есть методики, настоящие методики, а есть вот, ну, мягко выражаясь, развлечения. Если не ругаться, какие-то нецензурные слова не использовать. Вот ко всему этому можно применить какие-то нецензурные высказывания. Запросто. Это все не является тестами. Их никто никогда не адаптировал. Кто-то сел, взял, написал красивую шкалу какую-то.
потенциал лидера или выдернул какие-то вопросы, как бы связанные с лидерством, из профессиональных тестов, такое часто случается. Ну, одним словом, это не является настоящим психологическим инструментарием, тестами. Настоящих методик не более 2, может быть 3 десятков. Все остальное является нечто наносным, нечто отрицательным. Это только искажает реальность, наше представление о ней и так далее, и так далее. Вот можете поставить на паузу и попробовать понять, что вы из себя представляете. Это бред, абсолютный бред. Поэтому призываю всех коллег быть очень осторожными, очень внимательными в оценке людей, в подборе тех инструментов, а любая методика является инструментом, как, допустим, скальпель у хирурга, фонендоскоп у терапевта, я не знаю, там, аппарат искусственного дыхания, магнитно-резонансная терапия, аппарат УЗИ, что угодно является инструментом. И все зависит от того человека, который этим инструментом пользуется. Мало того, пользоваться надо еще правильно и грамотно эти инструменты подобрать, заточить, настроить, как угодно. Вот все, что вы сейчас видите, это не является инструментами подлинной психологической работы, подлинной диагностики человека. Они ничего, никогда, ни при каких обстоятельствах не выявят, не ответят вам на те существенные и важные вопросы, которые сформированы у вас в голове, вашим сознанием, вашими целями, задачами жизненными. Они на них никогда не ответят, только введут в какое-то заблуждение. Ну, если использовать их как развлечение, то это сомнительно. Честно говоря, лениво, как пишут в интернете, вот даже проходить и что-то тыкать в эти тесты. Это очень-очень-очень все безграмотно. Но, тем не менее, люди, видимо, это посещают, поскольку вот на данный момент мы с вами видим, что это вот буквально вторая ссылка по запросу «психологические тесты». То, что выдает нам интернет. То есть люди интересуются, заходят, видимо, проходят эти методики, тесты и что-то про себя понимают. Наверное, это до добра не доводит. Я уверен, что это до добра не доводит. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!